Да, итак, 24 мая, уже, грубо говоря, вечер. Сегодня мы пытались попасть в шахту номер 8, но в итоге чуть не попали в Грузию. В итоге сейчас мы сидим на одной из новых вычешек в КПЗ. Сидим, ждем нашей участи, они говорят, выпишут только протокол, предупреждение не отпустят. Ну, если я вернусь, то выписать предупреждение. Покажи КПЗ. Там у нас есть даже кровать, и можно поспать. Вычешка очень новая, поэтому здесь кругом камеры, все новенькое, красивенькое. Ну, вы получите такую бесплатную экскурсию по действующим воинским частям, причем двух. От воинской части, где сейчас мы находимся. Центральная. И дальний наблюдательный пункт пограничный, который... Обе ФСБ относятся. Вот. Привезли нас на буханке с ФСБшными номерами черными, так что... Приключения у нас полная жопа. А еще ждет 5 литров вина. Поэтому до встречи. Прекрасное дерево. 5 мая, доброе утро. Время около 9 утра. Мы проснулись, собрались, покушали. Собираемся сейчас ехать в РОВД, забирать наши паспорта. Потому что в данный момент мы находимся в горах, почти на границе с Грузией и Абхазией. В полузаброшенном городе, в каком-то огороде. Сейчас. И мы находимся без паспортов. Что самое веселое. Наши паспорта лежат в местном городе РОВД. Поэтому у нас сейчас к 11 часам назначена встреча там, чтобы забрать наши документы. Поэтому сейчас мы это собираемся и будем ехать. Вот наше местное жилье. Вот наш Жека, который нас приютил. Нам махает. И вот мы тихонечко собираемся. Вчера у нас был пир души. Мы поели шашлычка, попили венца. Правда, башка сегодня мутная. Главная проблема. Но тем не менее, я думаю, пока я до РВД доеду, километров 5, я буду уже нормальный. Всем привет. Кто-нибудь играл в FPS-ку 5? Need for Speed Porsche. Вот, мне почему-то этот туннель напоминает именно ее. Попробую проехаться. Конечно, не на 911 Porsche лечу, но тем не менее, туннель такой же. Хотя дорога очень говенная. В очередной раз, 5 мая, день, мы приехали в воды, забирать свои документы. 70 лет КГБ. Попали в Советский Союз. Вот сейчас приемы, ждем, как будет какой-то чайник, это основной документ, либо это стоит в деньги. Тут все еще лежат ковры, деревянная мебель, плакаты КГБ. Вот это вот мерка двери. Это кабинет директора. У него такие, так все двери. Как же я ему рад. Я получил свой паспорт обратно. Мне его отдали за предупреждение. Из такого замечательного заведения мы только что вышли. Так что мы не без приключений. Одеваемся с предупреждением. В принципе, все более-менее лайтово. Просто потеряли время.